8 мечей дракона. Почему ты меня преследуешь? Я хочу поселиться в твоем доме. Мы не знакомы. Кто ты такой? Это сейчас мы не знакомы, а завтра мы станем чудесной парой. Отпусти меня! Отпусти меня! Стой! Ты, что тебе нужно? Я вижу, что в тебе есть скрытые болезни. И это очень серьезно. Я доктор и должен вылечить тебя, прежде чем ты умрешь. Но я не болен. Нет, нет, нет. Ты видишь красивую девушку и делаешь плохие вещи. Ты действительно болен. Раз ты здесь оказался, мы могли бы стать друзьями. Что скажешь? Меч летающий дракон. Я скромный Хуа Ли Цюнь. Давай сначала поговорим. Заткнись. Yeah.
Пощади меня при одном условии. Пожалуйста, скажи мне, с сегодняшнего дня от меня ни на шаг. Ты станешь свободным только после того, как я вылечу твою болезнь. Что скажешь? Я согласен. Открывай. Идем. Я не хочу идти. Это ты любишь вмешиваться в чужие дела. Я лучше подожду снаружи. Открываю. Две булочки и чай. У каждого, кто не боится проиграть, есть шанс вернуть свои деньги. Делайте ваши ставки. Посмотрим, что на этот раз. Я снова выиграл. Делайте ставки, и вы отыграете свои деньги. Чем больше вы ставите, тем лучше. Я хочу сыграть на все. Замечательно. Я хочу сам бросить кости. Конечно, пожалуйста. Похоже на то, что я выиграл. Ты прихлопнул муху на голове тигра. Ты ищешь смерти. Я всего лишь хочу вылечить твою болезнь. Ты обманываешь людей. У тебя кривое сердце. Не лезь не в свое дело. Посмотрим, кто из нас сильнее. Выходи наружу. Хорошо. Эй, иди сюда. Не так-то просто заработать деньги. Не играйте в игры. Заберите их обратно. Почему ты с этим парнем? Ты с ним заодно? Это длинная история. Я с ним не по своей воле. Он идет. Этот парень молод, но его кунг-фу великолепно. Мы с тобой из одного клана, и я должен предупредить тебя. Будь осторожен. Подожди. Давай сначала поговорим. Говори. Если ты победишь, можешь делать со мной все, что захочешь. Но если ты проиграешь, тогда я умру перед тобой. Мне не нужна твоя смерть. Ты последуешь за мной. Не будешь играть и обманывать, и я отпущу тебя. Хорошо, я согласен. Thank you.
Я сдаюсь. Четыре, пять, шесть. Четыре, шесть. Четыре, пять, шесть. Четыре, пять, шесть. Один, два, три. Ты снова проиграл. Давай я буду крупье. Играем. Я извиняюсь. Он сумасшедший. Я не играл, я просто смотрел. А где Суньчжун? Не бойся, позволь мне полюбоваться тобой. Позволь мне прикоснуться к тебе. Не убегай. Ты ищешь неприятности? Нет, я всего лишь хотел прикоснуться. Сайсин, я больше так не могу. Я тоже. Если я не сыграю на деньги в течение 3 дней, то умру. 3 дней. Если я не прикоснусь к девушке прямо сейчас, то потеряю вкус жизни. Давай сбежим. Сбежим? Его кунг-фу великолепно. Куда мы с тобой сбежим? Давай драться с ним вместе. Мы с ним не справимся. Эй! Сайсин, давай подадим сигнал. Возможно, что кто-нибудь из братьев находится неподалеку. Они увидят сигнал и попросят нашего учителя спасти нас. Да, это отличная идея. Посмотри. В боевом мире мы все друзья. Друг, скажи нам, кто ты? Я известен как номер один. Голова дракона. Пожалуйста, спаси нас. Рассказывайте, в чем дело? Расслабьтесь, я разберусь с ним. Ты носишь черную маску. Наверняка ты преступник. И боишься показать свое лицо. Это верно. В моей голове очень плохие мысли. И я нуждаюсь в незамедлительном лечении. Но для лечения есть определенные правила. Я знаю, поединок по кунг-фу выявит сильнейшего. Если я выиграю, как и они, я буду следовать за тобой, пока не исправлюсь. Друг, а ты действительно в курсе всего? Если ты проиграешь, тогда я твой. Хорошо. Мы выявим лучшего в 3 раунда. Пожалуйста.
Идем, посмотрим. Хорошо. Великолепно. Скольжение по воде – очень сложная техника. Ты выиграл первый раунд, поэтому начинай второй. Хорошо. Твоя очередь. Ты вернул дерево на место. Твои навыки великолепны. Ты выиграл этот раунд. У нас ничья. Финальный раунд определит победителя. Я проиграл. Люди в боевом мире сдерживают обещания. Я в вашей власти. Недалеко отсюда находится беззаботный особняк. Его владелец — человек по имени Хуа Ши Ин. Их семейная реликвия — волшебный шар огненного дракона. Принеси его мне. У тебя великолепное кунг-фу. Почему ты не сделаешь это сам? У меня на это есть причины. Я хочу, чтобы ты это сделал. Я должен получить или украсть его. Ты должен проявить гибкость и принять собственное решение. Я достану его в течение 3 дней. Мы встретимся здесь. Хорошо. Мне бы хотелось узнать твое имя и увидеть твое лицо. Зачем тебе это? Я уже видел твои дротики-бабочки, но я бы хотел знать больше. В один прекрасный день мы встретимся лицом к лицу. Увидимся! Кого вы ищете? Мы ищем мастера Хуа. Мастер Хуа пошел к друзьям и еще не вернулся. Черт, какое совпадение. Да плевать, идем внутрь. Что вы делаете? Убирайся с дороги. Охрана! Охрана! Ай!
Идем внутрь. Стойте. Беззаботный особняк, не водоем дракона или гнездо тигра. Вы не можете явиться сюда незваными. Вы, парни, явились в наш дом. Угрожаете нам. Вы заходите слишком далеко. Это всего лишь недоразумение. Мое имя Хуа Ли Цюнь. Накажите меня. Ну хорошо, вы только что прибыли. На первый раз я прощаю вас. Это парень или девушка? Мне он не нравится. Давай от него избавимся и найдем старика. Успокойтесь. Приличные люди ведут себя подобающе. Этот парень должно быть трус. Он труслив, как кролик. Замолчите. Джентльмен может быть убит, но жить он должен с достоинством. Я здесь, молодой мастер. Так вы молодой хозяин? Простите, что не оказал вам уважения. Я прощаю ваше невежество. Вы можете сами принимать решение. Я молодой мастер, у меня та же фамилия. Конечно же, я могу. Это замечательно. Мне нужна одна вещь. Волшебный шар огненного дракона. Волшебный шар – наша семейная реликвия. Вы не сможете получить его. Я пришел сюда, и я получу его. Если вы изобьете всех моих людей без оружия и за 10 ударов, тогда я отдам вам волшебный шар. Хорошо, я попробую. Деритесь! Вы знаете парализующую технику. Ничего страшного. Очень скоро они придут в себя. Давайте. Что? Волшебный шар огненного дракона. Волшебный шар у моего отца. Я не знаю, где он его прячет. Вы похожи на джентльмена и говорите вежливо. Я не думал, что вы нарушите свое обещание. Смейтесь. Смейтесь, пока не выпадут ваши зубы. Посмотри на него. Если бы он был девушкой, я бы без сомнения влюбился. Эй, не уходите! Вы не сдержали свое обещание, и теперь я не буду вежлив. Что вы хотите? Вы будете моим заложником, пока не вернется старый хозяин. И тогда я обменяю вас на волшебный шар. У вас есть разум? Уже поздно, и я хочу спать. Пожалуйста, тогда выйдите все. Что ты сказал? Я хочу, чтобы вы все вышли. Ты будешь спать внутри, а мы пойдем на улицу пить ветер и есть росу. В комнате 4 человека. Как здесь можно спать? Ложись на кровать, а мы ляжем на стулья. Но я не могу.
Что с тобой происходит? Вы три глупых гуся. Вы действительно такие тупые? Или притворяетесь? Я не понимаю, о чем ты? Неудивительно, что у него женский голос. Мы выйдем на улицу. Эй, идем. Ты хотела сбежать. Ты неправильно понял. Я бы хотел с тобой сыграть. Сыграть? Да. Если ты выиграешь, я отпущу тебя. А если я проиграю? Проиграешь? У тебя есть деньги? Это все? Да. Хорошо. По крайней мере, я ослаблю свою тягу к игре. О, так значит, ты игрок-призрак. Если ты проиграешь, то серебро мое. Эй! Теперь твоя очередь. Моя? Хорошо. Вор! Вор! Я никому не позволю обижать вас. Не уходите. Люди настолько жадные. Это ужасно. Я хочу уйти. Я боюсь, что все не так просто. Возьмите. Это волшебный шар огненного дракона. Возьмите.
Я не знаю, настоящий ли он. Я не могу отличить подделку. Но вы свободны. А что, если этот шар подделка? Беззаботный особняк недалеко. И вы снова придете за мной? Да. Мисс, вы можете идти. Почему ты отпустил ее? Что это? Я боюсь, что нам придется расстаться. Что ты сказал? Завтра наши пути разойдутся. А что насчет волшебного шара? Конечно, он отдаст его герою в маске. Нет, я собираюсь продать его за высокую цену. Я считал тебя порядочным человеком, а ты такой же жадный, как и остальные. Ты пытался вылечить наши больные умы, но теперь ты и сам болен. Не нужно считать меня таким же, как вы. Волшебный шар — большое сокровище, но мне он не нужен. Южный Китай страдает от сильной засухи. Я хочу продать его и купить людям рис. Это правое дело. Ты действительно гуманный человек. А что ты скажешь человеку в маске? Чтобы спасти тысячи людей от гибели, я готов пожертвовать собой. Мы знакомы недавно, но мы стали хорошими друзьями. Мы подрались, стали друзьями. Мы должны встретиться снова. Перестань болтать. Давайте выпьем. Мое уважение. Добро вознаграждается добром, а зло — злом. Я должен убедить вас стать хорошими людьми. 放下屠刀，立地成佛。 Человек не хочет убивать тигра, а тигр по-прежнему этого желает. Я не думал, что вы подсыпете яд в вино. Ты узнал это слишком поздно. Мы уже приняли противоядие. Это очень сильный яд. Ты скоро умрешь. Вы двое очень жестоки. Мы не жестокие. Но ты не захотел отдать волшебный шар нашему мастеру. Что? Человек в маске, ваш мастер? Это верно. Мы не можем показаться нашему учителю без волшебного шара. Отдай его нам. Пока я дышу, вы никогда его не получите. Ты любишь драться один на один, но у нас свои методы. Thank you.
Если я умру, то вы тоже умрете. Кто-то идет. Бежим. Идем посмотрим. Хорошо. Он отравлен ядом. Нужно отнести его домой. Папа, мы не должны помогать ему. Люди не боги и совершают ошибки. Мы не можем позволить ему умереть. А что, если он ответит на добро злом? Судя по его внешнему виду, он не злой человек. Я не думаю, что он причинит нам вред. Папа, его кунг-фу великолепно. Ты пригрел тигра. В один из дней он вырвется из клетки. Спасение жизни переносит твою душу на следующий уровень. Юньмэй, не говори больше ничего. Держите на меня зла, а наоборот, спасли меня. Я не знаю, как благодарить вас. Это мой долг, спасать жизни людей. Молодой фехтовальщик, не нужно благодарить меня. Истинные мотивы сердца всегда скрыты. Вы открываете свой рот и говорите спасибо. Но кто знает, что на самом деле вы чувствуете? Я совершил ошибку и сожалею об этом. Я не пожалею своей жизни, чтобы вернуть волшебный шар обратно. До свидания. Стойте. Вы еще не полностью восстановились. Отдохните несколько дней. Волшебный шар потерян. Я верну его ценой своей жизни. Вы выглядите умным человеком, но на самом деле глупец. Если бы не волшебный шар, то вы бы уже умерли. Теперь я могу сказать вам, шар, который я дала вам, подделка. Это подделка? Волшебный шар огненного дракона — большое сокровище. Хуа Юньмэй не отдала бы его так легко, но она была в тяжелом положении. Я докажу вам. Возьмите стакан с водой и бросьте в него шар. Хорошо. Волшебный шар поглощает воду и очищает яд. Этот шар не поглощает воду, он подделка. Мастер! Мастер, повсюду искали тело Хуа Линцюня, но так и не нашли его. Мы нашли только зонтик и копье.
Вы двое, сегодня вечером идите в беззаботный особняк и принесите мне волшебный шар огненного дракона. Да, мы принесем его. И узнайте, жив Хуа Ли Чунь или нет. Вы поняли? Да. Хуа Ши-ин ждал вас. Этот фальшивый шар не мог одурачить умных людей. Я знал, что вы вернетесь. Старый мастер, опытен и дальновиден. Вы двое полные идиоты и не смогли отличить подделку. Ты обманула нас. Я преподам тебе урок. А лучше выходи за меня замуж. Волшебный шар будет свадебным подарком. Что еще может собака, кроме как лаять? Моего отца. Хорошо, но ты должна отдать нам волшебный шар и выйти за меня замуж. Ты прячешь свое лицо за маской. Вероятно, мы знакомы. Верно. Ты используешь секретные дротики. Ты не герой. Герои вы или нет, сейчас мы это узнаем. Спасибо, что помогли нам. Могу ли я узнать ваше имя? Я неизвестен в боевом мире. Хуа Ли Чунь, перестань шутить. Ты одел маску и изменил свой голос. Но ты не сменил свою одежду. И поэтому я знаю, кто ты.
Мисс Хо, вы так умны. Перестань хлопать лошадь под задницей. Это правда? Да, это правда. Все так говорят. Мы должны отомстить за Сунь Джуна и Цай Сина. Хо Ли Цюнь должен умереть. Я уже принял меры. Юнь Мэй молода и невежественна. Пожалуйста, простите ее. Мисс Хо, милая и энергичная девушка. Я не оценю твои похвалы. То, что ты спас моего отца, ничего не меняет. Для меня ты такой же, как эти два негодяя, которых ты только что убил. Не болтай глупости. Ты груба и необоснованна. Ты заходишь слишком далеко. Мастер! Фехтовальщик Фэн Цзюньцзе хочет видеть вас. Пусть войдет. Хорошо. Я пойду поприветствую кузена. Молодой человек, о чем вы думаете? Я хочу прогуляться. Пожалуйста. Давно не виделись. Я давно не навещал своего дядю. Пожалуйста, простите меня. Пожалуйста, поднимайся. Папа, а где Хуа Ли Цюнь? Он... У вас великолепное кунг-фу. Почему вы сами не сделаете это? У меня есть свои причины. Я хочу, чтобы ты принес мне его. Это он. Это однозначно он. Мисс, я хочу поговорить с вами. Говорите. Я знаю, что вы обо мне плохого мнения. Но на самом деле, я не злой человек. Сегодня я хочу сказать вам правду. Так значит, этот человек в маске попросил тебя достать волшебный шар. И ты считаешь, что человек в маске – мой кузен. Ты думаешь, это он? Да. Ты шепчешь в уши людей и сеешь раздор. Когда вы смотрите на тигра, то не видите его кости. Вы видите только внешность, а не сердце. В мире боевых искусств Фэн Цзюньцзе известен как метатель бабочек дротиков. Человек в маске использует такие же дротики. Кто это, если не он? Ты так красочно все описываешь, но я все равно тебе не верю. Как расстояние испытывает лошадь на выносливость, так и время открывает сердце человека. У меня нет желания навредить кому-либо, но я должна разобраться. Волшебный шар огненного дракона – семейная реликвия. Когда я умру, он будет похоронен вместе со мной. Как ты можешь прятать его так небрежно? Папа, ты не знаешь, что думают люди. Самое очевидное место является самым безопасным. Кузен, что ты об этом думаешь? Да, это верно.
Волшебный шар спрятан в вазе. И кто сможет об этом догадаться? Здесь есть кто-нибудь? Черт! Вы что, тут все повымерли? А, мастер Хуа! Вы вошли в частное владение и подняли шум. Вы что, совсем не уважаете меня? Это придумал наш учитель. Мы следуем его инструкциям. Пожалуйста, простите нас. Кто ваш учитель? Извините, но я не могу сказать. Это Хуа Ли Цюнь. Хуа Ли Цюнь? Он недостоин. Тогда могу ли я узнать ваши имена? Джан Ифэй, Ле Джипин, Чжоу Сяньмин. О, вы известные мастера в мире боевых искусств. Один из вас хромой, другой полуслепой, а у третьего нет рук. Вы не похожи ни на людей, ни на призраков. Вы хотите стать героями в беззаботном особняке? Проклятие! Я убью тебя! Успокойся. Наш мастер велел не причинять никому вред. Я не сделаю ей больно, я просто проучу ее. Стойте! Мастер, вы его взяли? Да. Поднять шум на востоке во время атаки с запада. Вы слишком поздно это поняли. Идем! Фэн Цзюньцзе! Кузен, это ты? Теперь секрет раскрыт. А лишние слова ни к чему. Я и не мог подумать, что дорогой племянник ограбит своего дядю. Ты слишком упрямый. Ты хотел похоронить волшебный шар вместе с собой. Это сокровище династии Хань не должно быть потеряно. Я не хотел портить отношения и придумал стратегию. Я победил Хуа Ли Цюня и заставил его добыть шар. Но потом все пошло не так. И вы узнали, кто я. Если не хочешь, чтобы другие знали, не делай этого. Фэн Цзюньцзе, с этого момента мы больше не родственники. Раз вы не считаете меня племянником, я не буду считать вас дядей. Кроме Юнь Мэй, вы все умрете. Убейте их всех! Hey!
Открой это для меня! Положи волшебный шар в чашу! Волшебный шар огненного дракона должен находиться у нравственного человека. Тот шар, который украл Фэн Дюньцзе, тоже подделка. Я хочу отдать его тебе. Я знаю, что вы хотите. Нет-нет. Я уже поменял свое решение. Волшебный шар не должен быть похоронен вместе со мной. Продай его и помоги голодающим людям. Это принесет удачу и для Юньмэй. Я буду следовать вашим инструкциям. Тогда я могу умереть спокойно. Кузина, я не видел тебя много лет. Ты не только поумнела, но и похорошела. Маленькая кузина. Кто маленькая кузина? Фэн Цюньцзе. Я не трехлетний ребенок. Независимо от всего, я не скажу, где спрятан волшебный шар огненного дракона. Я передумал. Мне больше не нужен волшебный шар. Нельзя иметь одновременно слишком много хороших вещей. И сейчас не нужна только ты. Почему ты смеешься? Ты умен, но и я не глупа. Я уже знаю твои подлые намерения. Ты видишь это? Не подходи. Или я убью себя на твоих глазах. Кузина, зачем ты это делаешь? Потому что я ненавижу себя. Почему я не послушала Куали Цзюня? А теперь я не знаю, жив ли мой отец. Я горько сожалею о случившемся. Не плачь, я пойду и верну его. Если ты согласишься выйти за меня замуж, выйти замуж, только не в этой жизни. Помни, в беззаботном особняке новый мастер. Твоя жизнь теперь зависит от меня. Я не хочу больше жить. Юньмэй, не делай этого. Если ты не покинешь это место,
Я сделаю это. Хорошо, я ухожу. Уходи прямо сейчас. Сюлань, присматривай за мисс. Если с ней что-нибудь случится, не обвиняй меня в жестокости. Хорошо. Ты должен радоваться, что сохранил свою жизнь. Зачем ты бросаешь мне вызов? Ты, наверное, хочешь умереть. Я не думаю о своей жизни. Ты хочешь умереть? Да это легко. Перед тем, как драться, я бы хотел кое-что сказать. Мисс Хуа. Неважно, что вы обо мне думаете, но я должен сказать, сегодня я буду драться не только за вашу жизнь, но и для того, чтобы отомстить за вашего отца. Мой отец, где он сейчас? Хуа Ши Ин. Папа! Я обязан мастеру Хуа жизнью. Сегодня я отдам свой дом прямо перед его могилой. Хорошо, я помогу тебе в этом. Мастер, чтобы разбить орех, молоток не требуется. Вы уже один раз побили его. Давайте мы втроем разберемся с ним. Хорошо. Не тратьте впустую время и силы. Нападайте втроем. Стойте! Фэн Дюндзе, мы все люди, и у нас всех есть сердце.
Я не могу видеть, как Холи Цзюнь умирает за мою семью. Пожалуйста, отпусти его. Отпустить тигра в горы? Я не настолько глуп. Я выйду за тебя замуж. Правда? Но мы не можем пожениться прямо сейчас. А когда? Через 49 дней после смерти моего отца. Я могу подождать 49 дней. Но где волшебный шар огненного дракона? Теперь я твоя. После свадьбы я отдам тебе и волшебный шар огненного дракона. Хорошо. Отпустите его. Если мы его отпустим, то у нас могут быть проблемы. Для того, чтобы справиться с вами и со мной, ему потребуется 8 видов оружия. Нам не о чем волноваться. Отпустите его. Мисс Хо, я знаю ваши намерения, и вы очень добры. Но я бы умер за своих друзей. Я не хочу быть недостойным доброты вашего отца. Через 49 дней я вернусь, и мы устроим решающий поединок. Для того, чтобы справиться с вами и со мной, ему потребуется 8 видов оружия. Я думаю, что у нас не будет проблем. У вас будут проблемы. Господин Фэн такой милый, он богат и хорошо к вам относится. Он выполняет все ваши прихоти. Почему вы не хотите выйти за него? Замолчи! Хорошо, завтра день вашей свадьбы. Вы должны подготовиться. Не нужно. Приготовься к смерти на том же месте, Хуа Ли Цзюнь. Есть старая поговорка. Хорошая смерть хуже плохой жизни. Я не понимаю, почему ты ищешь смерть? Сегодня момент истины. Это не только наш последний поединок. Это настоящий волшебный шар. Мастер Хуа дал мне его перед смертью. Я хочу заключить пари. Если я умру, ты получишь волшебный шар. Если умрешь ты, я продам его и куплю рис для голодающих людей. И ты готов заключить такое пари? Я согласна. Хорошо.
Не тратьте время впустую. Нападайте втроем. Неудивительно, что ты вернулся. Ты все хорошо продумал. Не забывай о том, что я говорил раньше. Если у тебя нет 8 единиц оружия, ты не победишь меня. С твоими 6 мечами дракона мне нечего бояться. Хватит болтать. Давай драться, и ты увидишь. Thank you.
Я не ожидал, что у тебя 8 мечей дракона. Ли Фильм подготовлен для сайта traktir-torrents.org. Перевод и озвучивание Джет.